Дмитрий Гомза. Я в 6 лет подошел к маме и сказал, хочу заниматься футболом. В тот момент она мне сказала, что рано еще, наверное. Надо подождать, там, когда там в 3-й класс перейдешь, уже точно не помню. Я года 2, наверное, скрывался. Сам ездил на автобусе один. Ну, вот так вот. Потом все-таки узнала. Ну, приняла мой выбор. Нравится, значит, занимайся. Дмитрий Гомза известен болельщикам как маэстро первой лиги. Там он забивал регулярно и помногу, но заиграть в высшем футбольном свете страны никак не получалось. Лишь третий приход форварда в Гомель стал для него удачным. Мое мнение это, что не было какого-то, может быть, доверия со стороны тренерского штаба, ну, получить какой-то хороший шанс сыграть. Со мной разговаривали еще, когда Гомель вылетел с высшей лиги. Звонил директор, но прежде я хотел знать бы, ну, с кем будет работа, то есть знать, кто будет главным тренером, и поговорить именно с главным тренером, рассчитывает ли он на меня там, даже в той же первой лиге, чтобы не получилось так, что я его не приглашал, то есть он мне не нужен. Ну все, я созвонился как бы с Сергеевичем, обсудили все. Многие считали, что то есть, меня зовут для того, чтобы только выйти в высшую лигу. Ну, я доказал обратное, что могу еще и в высшей лиге помочь команде. В первом сезоне под руководством Ивана Биончика Гомза забил 14 голов и помог зелено-белому лифту вернуться на этаж выше. В этот раз подобная высота уже не смущает. По системе гол плюс пас нападающий в пятерке лучших. У кого-то там складывается мнение, что Гомель прыгнул выше головы, но я так не считаю. И не было таких даже игр, которые прошли мы, какого-то, ну, кому мы проиграли, скажем так, по делу. Мы изначально знали, что мы не будем ни по кого подстраиваться, ни под кого соперника. Играть только от себя, ну, можно сказать, даже первым номером. Мы должны и умеем, и будем дальше продолжать играть в такой футбол, который нам нравится, нам, тренерскому штабу. И все, скажем так, кайфуют от того, что мы делаем. Игра Гомеля – настоящее украшение чемпионата. Как будто сама судьба возвращает верным поклонникам клуба долги за былые обиды и разочарования. Хотелось бы, конечно, чтобы на все матчи приходило, как на то же Батэ, там, по 7, по 8 тысяч. Ну и так, как бы, тут больше 4 тысяч приходит, и мне кажется, нашей игрой мы завлекли болельщика прийти на трибуны. Сейчас в городе многие говорят только о Гомеле, как они красиво и хорошо играют. Команда продолжает вести борьбу за медали. Но уже сейчас публика справедливо задается вопросом, нынешний сезон лишь яркая вспышка или последует продолжение футбольной сказки? Нужно закончить сезон, ну, а потом уже, наверное, обсуждать. Ну, это все зависит от руководства. Я считаю, что здесь нужно стараться удерживать как больше людей. И самое главное – тренерский штаб.